Каждый раз, когда разбираюсь в почте, я просто прозреваю. Мне стали писать люди, разные люди, и в личку ВКонтакте, и даже в моей публичной странице, и просто на почту пишут письма с тем, чтобы помочь мне якобы финансово. Просят Киви кошелек, номер карты, хоть что-нибудь. Причем некоторые это делают в такой утвердительной форме и с такой настойчивостью. Я, во-первых, никогда, ни разу, нигде не упоминала и не просила никого ничего мне присылать. Поэтому для меня это непонятно. Вы лучше перешлите какому-нибудь детскому дому, что-нибудь сделайте хорошее именно этими деньгами. Есть такие, которым я просто отказываю в письмах, и они мне отписывают, что я дура. Вот скажите мне, реально дура? Именно дура в этом плане они вообще. Я не хочу быть никому обязанной, не хочу быть никому должна. Я снимаю то, что мне хочется, я снимаю то, что мне нравится. Я объясню, почему я не соглашаюсь. Я бы могла соглашаться втихарца, да, и вы об этом даже бы и не узнали. Но я это выношу на всеобщее обозрение, потому что в последнее время мне очень часто пишут. Ну, не прям слишком часто, но все больше людей стали писать. И якобы никто ничего взамен не просит. Но я-то понимаю, что бесплатный сыр только в мышеловке. Я не принимаю такие блага только потому, что может быть несколько вариаций, да, исхода действий. Я соглашусь, мне переведут деньги, я буду жить, припевать себе и добра наживать. Это один как из вариантов, как мне обещают многие там, которые хотят это сделать. И есть еще варианты, конечно же, будут вот такими буквами писать мне в комментариях под каждым видео, что я шалава, беру деньги и все в таком духе. Я этого не хочу, мне и так хватает. Либо есть варианты, что мне потом начнут предъявлять претензии, якобы я должна теперь им что-то за эти деньги. Либо снимать видео заказные, либо сними это, сними то. Я так не хочу. Я снимаю то, что мне нравится. Я не раб, которого можно купить и наслаждаться тем, что я буду ему прислуживать. В общем, мне стало грустно из-за этого. Если людям некуда девать деньги, я понимаю, они хотят помочь. Для кого-то я страдалица, и поэтому мне хотят помочь. Но есть, мне кажется, более нуждающиеся люди. Я просто не хочу искать никакие центры, ничего. Я думаю, люди сами, если хотят помочь, они найдут, куда можно пожертвовать эти деньги. Вы скажите просто, что вы думаете по этому поводу, потому что я в замешательстве. У меня просто совесть чиста, я никому ничего не должна, ничем не обязана, не нужно никому прислуживать, либо бояться, что у меня что-то попросят взамен. Свободная птица. Заряжать, заряжать.